Экзамен на человечность. Водитель УАЗа сбил 3-месячного щенка. Переехав дворнягу, он скрылся с места происшествия. На помощь собаке пришли неравнодушные жители города. Они привезли ее в ветеринарную клинику, где врачи сделали несколько операций. Нам удалось найти тех, кто принимал участие в спасении пострадавшего животного. Мария Федорчук выясняла подробности ДТП. О том, что дворнягу переехал водитель УАЗа и даже не остановился, оставив на месте сбитого 3-месячного щенка, Иван Кулак узнал из социальных сетей. Молодой человек сразу поспешил на поиски. Найти собаку было непросто. От страха и боли она забилась под стоящую рядом машину. Чтобы вытащить оттуда раненое животное, пришедшим на помощь горожанам, пришлось поднимать автомобиль. Собачка от испуга, она залазила под машину. Мы донкратом машину поднимали, она в другую сторону. Потом с другой стороны начали с парнями поднимать машину. Она опять другую, донкрат упал, чуть ли эту собачку не придавила. В общем, у нее же прям кость была, и очень больно было. Собачку, которая лежит под машиной, и только ножки виднеются, а вместо ножек там, не знаю, тряпочка, немножко размазанные лапки, прям кости, вот это все. Там даже девушка говорила, которая из окна смотрела, что чайки подлетали, просто клевали эту ножку. Освободив из-под машины щенка, Иван отвез его в ветеринарную клинику. Собаке требовалась срочная операция стоимостью 15 тысяч рублей. Сердобольные жители города приносили деньги прямо в больницу. Нужную сумму собрали быстро. Но врачи констатировали, одну конечность восстановить не удастся, придется ампутировать. А вместе с ней часть хвоста. На вторую лапу установили спицы. Лечение оплачивают добровольцы, то есть собрали деньги, и из этого фонда сейчас собака оплачивает все лечение. Обработки несколько раз в день, один раз в день обезболивающие антибиотики. Ходить она сможет где-то недельки через две полноценно. В честь спасителя дворняги дали кличку Ива. Она уже идет на поправку и через 2 недели сможет ходить. Но тут возникают новые сложности. Когда Ива поправится, ее выпишут из ветеринарной клиники. Щенку нужны уход и забота. Если вы узнали в щенке своего верного друга, обращайтесь в ветеринарную клинику «Ласка». Мария Федорчук, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».